Привет, мои дорогие! С вами снова Анна Цумерова. Сегодня я покажу, как можно упаковать коробку конфет в новогоднем стиле. Как быстро и просто сделать новогодний подарок из обычной коробки конфет. И первым делом я беру коробку конфет. В этот раз я буду упаковывать коробку трюфеля. Длиной моя коробка 15 см и высотой 9 см. Из этой коробки я буду делать новогодние сани. Поэтому беру две такие палочки трости карамели красно-белого цвета. И приклеиваю эти палочки под эту коробку. Буквально такими маленькими маневрами у меня получаются уже санки. Теперь беру еловые искусственные ветки, немножко их укорачиваю так, чтобы они были длиной не больше 5 сантиметров, и этими ветками украшаю саму коробку, ближе к задней части этих саней. Приклеиваю их вот так вот по кругу, и потом туда начинаю прикладывать конфеты. Конфеты я приклеиваю при помощи термоклея. Плюс к этому я беру новогодние еловые шарики. Шарики выбираю красного цвета специально под цвет трости. Если трости вы берете другого цвета, то шарики берете именно под их цвет. И эти шарики тоже приклеиваю между еловыми ветками, чередуя с конфетами. И получается сейчас вот так. Плюс к этой композиции мне хочется добавить красных ягодок, поэтому я беру такие маленькие красные ягоды, распутываю их из большой горсти и собираю по 2, по 4 ягодки. В мою композицию посередине между шариками и конфетами добавляю еще немножко еловых веток. И теперь между еловыми ветками, конфетами и шариками я начинаю добавлять красные ягоды. Красные ягоды, по-моему, всегда добавляют дополнительного шарма новогодним композициям. Мне они очень нравятся, как они смотрятся в деле. Дополнительно эту композицию хочется разбавить белыми ягодками, поэтому беру белые ягоды, складываю их также по 2 ягодки и добавляю в композицию. Белые замороженные ягодки добавят зимнего мороза и свежести моей композиции. И вот и все. Мои новогодние сани готовы. Очень быстро и легко упаковала коробку конфет в новогоднем стиле. И в таком виде можно уже дарить эту коробку конфет на новогодние праздники в честь Нового года учителям, воспитателям, друзьям, родственникам, тем знакомым, кому мы хотели бы сделать оригинальный подарок и поздравить с Новым годом. Если вам понравилась эта идея, обязательно ставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. И, конечно же, напишите ваши комментарии, что понравилось, что не понравилось. Напоминаю, что с вами была я, Анна Цумерова. Встретимся в следующих мастер-классах. Пока-пока!